Добрый день. Не так давно вышел кубик MGC от компании YJ, или как его многие называют, MGC. Магнитный, средней ценовой категории и очень неплохой кубик. Но он вышел только в черном пластике. Возможно, был и белым, не помню, но колора не было. Многих этот факт расстраивал, хотя сам кубик был очень даже неплохой. Внутри неокрашенный пластик, праймери. Ну, были у него какие-то свои особенности, и лично мне он понравился, но не настолько, чтобы продолжать на нем крутить. Все-таки магниты были слабоваты, так сам кубик по себе чуть-чуть тяжеловат. Выпустили вторую версию, да, и не было колора. Это для меня сейчас уже актуально, перешел все-таки на колоры. Вторая версия должна была исправить недостатки первой. Ну и колор дать. Видим на упаковке просто декоративный такой элемент. Дальше открывается. Тут везде MGC, 3x3, MGC. То есть не магнитной версии такого кубика, так же как и первой версии, тоже нет. Видим кубик, видим какую-то коробочку. Кубик вот так вот запакован, и под кубиком видим гаечки. Это все, конечно, хорошо, но я это положу на место. Этот кубик я распаковывать не буду, а потому что у меня их два. И один я уже распаковал. Вот сам куб, и вот от него коробка. А эту немножко и подербаним. Все, пленочка. Вот это и вот это. Что-то мне так не терпелось его достать, что я на нем уже соточку открутил. И сейчас поделюсь первыми впечатлениями. Но посмотрим сначала на комплектацию. Здесь, в этой коробочке, находятся запасные магниты. Сразу можно посмотреть. Да, достаточно тоненькие такие магнитики. Инструкция достаточно такая объемная. Ну, естественно, все на китайском. Ну, тут Фридриха нет, только метки для начинающих. Фирменная отвертка красненькая, YJ. Изображено на самой отвертке. Ну, отверток у меня уже так много, что ну, пусть будет еще одна. Магнитики. И все, больше ничего нет. Магнитики положу обратно, а отвертку, наверное, отложу. Ну и, собственно, гайки. Компания GAN завела такую моду делать сменные гайки. В прошлом кубике MGC были сменные пружины, а здесь они как бы тоже пружины, но уже вот такие вот в пластике. Изначально здесь установлены белые пружинки. Если мы сейчас так их увидим. Да, вон они. Или не они. Ну, короче, внутри там белые пружинки стоят. Есть на выбор еще такие желто-зеленоватые. И синие. Ну, если их понажимать, то можно понять, что эти желтенькие мягкие, а синенькие жесткие. Ну, установлен у нас белый, это средней жесткости пружинки. То есть для желающих можно как-то здесь преобразовать свой куб. Но я пока менять пружинки не стал, так что меня устроили и белые. Сам кубик. Слава, мне кажется, чуть погромче, чем был. Стал значительно легче, чем первая версия. И магнитики, мне кажется, стали сильнее. Возможно, магниты те же самые, но они сделали чуть потоньше пластик, и они чувствуются лучше. Возможно, так. Но того недостатка, который был на первой версии, я уже здесь не ощущаю.
кубик легкий и очень хорошо контролируемый. Очень хороший кубик. Прямо замечательный. Он мне очень напомнил кубик Юксин Хон Лонг, магнитную версию. Вот этот. Тоже легкий кубик. Тоже хорошие, хорошо чувствуются магниты. И приятно вращается. Очень похож. Но единственное, погромче. Давайте сделаем пару сборок и посмотрим немножко настроение. Помешать получше. Изначально из коробки, несмотря на то, что он смазан, был немножко суховат. Я чуть-чуть добавил мару, совсем чуть-чуть. Ну, эффекта сильно не было, но стало приятнее. Цвета. В принципе, уже как стандартные на всех современных кубах, не считая Даяна. Все тут хорошо. Так, соберем потихоньку. Вполне комфортно собирать на любой скорости. Единственное, мне иногда кажется, что чуть-чуть хромает обратный углорез. Несмотря на то, что вот проверяем, прямой угол отлично режет, обратный хорошо режет, но иногда вот сборка кажется, что чуть-чуть цепляет. Ну, возможно, просто не привык или пружинки надо помягче поставить. Не знаю. Но такое иногда ощущение есть. Кстати, в отличие от первой версии, здесь были закругленные уголки, здесь вот остренькие, с антифлип. Сделали посерьезнее, но сборки на пятый у меня уголок флипнулся. Я сделал 100 сборок, вот на пятый где-то флипнулся. Возможно, как-то очень неудачно там что-то повернул, больших флипов не было. Но так, один произошел. Собирать очень приятно. Прям душа радуется, как он собирается. Очень комфортно. Я думаю, этот кубик всем подойдет. Тем более можно поменять жесткость пружин. И, ну, как по мне, по моему субъективному мнению, магниты здесь в самый раз. Вот какие должны быть. Хотя мне нравятся более сильные магниты. То есть вышел V-Long TS3M, он мне понравился. А сделали потом версию с более слабыми магнитами, ее покупать не стал, поскольку, ну, меня те устраивали. Вот в MGC здесь были слабоватые. Такой как бы немного вязкий кубик получался из-за совокупности факторов. А здесь все резко, быстро. Все прям так хорошо и комфортно. Давайте посмотрим настроение элементов. Так, это MGC 1, это MGC 2. Видим, что кардинально переработаны ножки ребер. Прям серьезно. Совсем по-другому все встало. На второй версии появились рельсы ближе к углу ребра. На первой версии ножка была вот такая вот угловатая. Здесь уже более скругленная. Ну, не было таких ярко выраженных уголков антифлиповых. Здесь они есть. Если разобрать ребро, мы видим, что пластинки вот эти цветные внутри вот имеют такие вот похожие на пчелиные соты, как у Гана. Да, и они крепятся посредством четырех штриков, вот эти вот так называемые пазы. И внутри, если видно, магнитики, они приклеены, но вставлены тоже в пазы. То есть вроде как не просто приклеили, а приклеили как надо и там, где нужно. Если видно на камере, наверное, плохо видно, если один из цилиндриков вот этих слегка деформирован. Как раз вот это бело-синее ребро, когда я достал кубик, было не полностью закрыто. Я на него там
надавил, как это обычно делают на колорах, чтобы закрыть щели. Но оно не закрывалось. То есть немного при открытом состоянии вот так он находилось. То есть если у вас такое будет, просто достаете эту пластинку, да, и я маленькой отверточкой просто немножко расширил отверстие. Ну, там был микробрак. Расширил отверстие, и все починилось. То есть пластинка встала на место плотно и без зазоров. А изначально, ну, вот эти торчащие пластинки цепляли по пальцам острыми краями. В общем, по первым впечатлениям, кубик мне очень-очень сильно понравился. Как средний ценовой сегмент, по-моему, замечательный куб. Просто отличный. Многих интересует вопрос, если есть первая версия MGC, стоит ли покупать вторую? Однозначно стоит. Если вам понравилась первая версия, но чего-то не хватало, то вторая версия, как по мне, исправляет все недостатки, которые были в первой, но еще и цветной пластик, и отличное вращение. И вообще кубик замечательный. Повторюсь, это мое субъективное мнение. Мне куб понравился, вам может не понравиться, может найдете какие-то свои недостатки, может уголок у вас флипнется, как у меня. Но как по мне, вышло очень удачно, так что я рекомендую. Достойный вариант для среднего ценового сегмента. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.